Доброе утро, уважаемые любители рок-музыки! А мы уверены, что не только утро, но и день, да и вечер у вас будет добрым, так как мы хотим сообщить вам преприятнейшее известие. Рок-группа Волощука СД завершила запись очередного долгожданного вами альбома с лирическим названием «Ужасюр», в названии которого мы соединили два прекрасных русских слова «ужас» и «сюр». И как вы, наверное, догадываетесь, это альбом о нашей с вами прекрасной, незамутненной и интереснейшей жизни, в которой мы частенько не понимаем, где находимся, что делаем, за кем бежим и от кого прячемся. И самое главное, не понимаем, где брать деньги. В альбоме мы попытались посмотреть на нашу прекрасную жизнь глазами практикующих психотерапевтов в сочетании со взглядом Иеронимом Босха. И на наш взгляд, нам все-таки удалось более-менее адекватно отразить реальную действительность. Выход альбома планируется во вторник, 8 октября, на всех основных стриминговых площадках. VK Music, Яндекс Music, Apple Music, YouTube Music и Spotify. Надеемся, что альбом вам понравится, и вы будете петь наши песни во времена народных гуляний, дружеских застолий и особенно во времена утренних похмелий. До свидания, друзья!